Но у нас есть ценности, мы используем их как биту. Мы их используем как биту для того, чтобы сказать: ты, подлец, оскорбил меня в лучших чувствах. Все. Или там: а я на тебя, понимаете, рассчитывал, а ты, значит, то есть опять здесь. И мы начинаем эти ценности использовать. Какой ты друг, если? А вот друг влюбится в девушку вашу. Вот как быть? Любовь – ценность. Дружба – ценность. Что делать? Берете биту и бьете друга. Понимаете, в чем дело? То есть, условно говоря, то, что мы используем как ценности, является инструментом, которым мы принуждаем других людей, как ребенка, вгоняем их в ту, как бы, логику поведения, в которую нам хочется. Проблема состоит, что он в нее не полезет –